Добрый день, дорогие друзья. ТИК-центр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне автомобиль «Chevrolet Cruze» 2013 года выпуска с бензиновым двигателем 1,8 литра, автоматической коробкой, пробег на автомобиле 94 тысячи километров. Мы выполняем замену ремня ГРМ и была проведена комплексная диагностика автомобиля, по результатам которой сейчас меняем задние тормозные колодки. С левой стороны все подготовлено для замены колодок. Стянули поршень, осмотрели пыльник, он целый, замены не требует. Почистили направляющий палец, а также сами скобу тормозную. Ну, в принципе, сейчас произойдет замена, выполним замену колодок. С правой стороны колодки уже поменяли. Есть неравномерный износ, это старые колодки, видно, что внутренняя сношена сторона больше, чем внешняя. Ну, скорее всего, происходило подклинивание или пальцы были грязноваты, забиты, поэтому здесь вот даже скрипун на одной из колодок, он уже подтерт и видно, что он подсвистывал при торможении. Это старые запчасти ГРМ комплекта, помпа, ролики, сам ремешок. Есть небольшие повреждения на ремне. В принципе, мы произвели замену своевременно, во избежание того, чтобы ремень не порвался. На весь объем работы мы потратим 7,5 часов, и сумма ремонта составит 9510 рублей. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобиля, звоните, мы всегда на связи, готовы вам помочь. На свою работу мы даем гарантию 24 месяца. Спасибо за внимание, удачи на дороге.